people there are surviving that blockade, and what can be done about it? Ну, Россия фактически, что она делает, она пытается установить блокаду Одессы и в военном плане, и в экономическом. Каким образом люди выживают в таких условиях? Россия умышленно создает продовольственную катастрофу, и это коснется не только Украины, но и европейских стран, и может быть даже не только европейских стран. Дело в том, что в одесских портах сегодня заблокировано большое количество зерновозов, и она не пытается, она уже создает катастрофу продовольственную.